6 дней в неделю до 26 июля пришкольный лагерь «Родник» будет радовать 100 деток в возрасте от 7 до 17 лет. Для школьников организовано двухразовое полноценное питание, спортивно-оздоровительные мероприятия, а также различного рода развивающие игры. Режим дня составлен достаточно плотно. Начинаем мы, естественно, с утренней зарядки, потом завтрак, потом различные мероприятия по плану, который мы разработали. Это и различные эстафеты, спортивные мероприятия, прогулки, экскурсии, просто какие-то в классе беседы, мероприятия. Приглашаем сотрудников различных ведомств, будем также приглашать. С этого года в лагерях дневного пребывания республики появилось новшество. В систему обучения детей была добавлена программа «Орлята России», которая включает в себя различные направления, к примеру, «Орленок-эрудит», «Орленок-лидер» или «Орленок-спортсмен». С 1 сентября мы перешли на новую воспитательную программу, называется «Философия новое воспитание». И у нас по новой программе ученики 1-4 классов учатся по программе «Орлята России». За орлятами наблюдают заботливые и ответственные воспитатели и вожатые. С 8:30 до 14:30 они замещают детям родителей. Ребятишки в этом году очень-очень веселые. Они буквально постоянно просятся наружу и говорят, давай, можно на улице поиграть? А где мячики? И постоянно вот так вот говорят. В принципе, несложно, если умеешь, так сказать, находить подход к детям. Мы, воспитатель, тоже на месте не сидим, тоже любим выходить на улицу, и поэтому нам не скучно, так скажем. Дети также с восторгом отзываются о лагере. Со слов вожатых, к концу рабочего дня никто не хочет уходить домой. Я учусь в первой школе, и я во втором классе. Когда я узнала, что сегодня лагерь, я захотела. Мне 10 лет, мне тут нравится. Любимое блюдо? Ну, все. У меня есть у друзей Катя, Лера. Мы любим с ними играть в волейбол. Я в восторге от лагеря. В первый день лагеря для воспитанников провели инструктаж по правилам дорожного движения. Для этого были приглашены сотрудники экспертно-криминалистического центра. В ближайшее время лагерь посетит председатель Томской федерации ГУ, который проведет мастер-класс по игре. Арлана Байдубу, Ян Мангуш, Азамат Учур, телеканал Тува-24.